Мадам президент, теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории, примерно за 10 минут до времени Че. О, Господи, а как же Китай? Мы приступаем к скоординированной атаке по Гаити. Теперь Ченю можно доверять. Он не подведет. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Время до цели 60 секунд. Окей, все готово. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Будь чист. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Время до цели 30 секунд. Черт, еле принесло. Поддержки 1, доложите обстановку. Заняли позицию по западному флангу, зона издания. Спецсилы Китая на подходе. Группа 2, вы на месте? Так точно, на позиции с востока, параллельно вашему маршруту. На 1300 изданий. Вас понял, главная группа идет на юг. Связь по необходимости. Они разберутся со снайперами. Войска стыла не успевают приземлиться, их уничтожают. Нейтрализовать зенитные лазеры на крышах. Группы 1-2 занимают позиции поддержки. По своим не стрелять. Не отвлекаться. Наша задача прекратить передачу и убить Менендеса. Сейчас!
Группа 1. Вражеский СЛАУ у заданного здания. Требуется огневая поддержка. Группа 1 видит объект. Готовьтесь к ракетному удару. Соль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас... Роскошь — это грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Не пускает. Вскрой систему. Они думали, что я хочу убить президента. Мы в жопе. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали. Каково это? Дронами управляют не с Гаити. Что? Сэр, мы больше ничего сегодня не можем сделать. Мы не в силах вернуть два управление дронами. 2 миллиарда людей живут в абсолютной нищете.
страдая. Твою мать, он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Госпожа президент. Какого хера? Вы лишились своих военных сил. Вы вызвали самоуничтожение дронов. Ваша армия... Зачем? Парализована. Вам нас не остановить. Кардис Дей. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Так, выходим. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. У него стойте, забрали форму не трогайте и оружие. Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это не надо. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем на чистоте, всем на контроле. Всем на чистоте, каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже те, кто в форме. Увидимся с тобой через год. Перечитывай Улисса и готовься. Нет.
Он всего лишь грустный старик, который говорит сам с собой. Пусть болтает. Клянусь богом, я тебе это кресло засуну так глубоко в... жопу. Привет, Вудс. Говёно выглядишь. Стой здесь. Я же тебя пристрелил. Выходит, хреновый ты стрелок. Иди ты. Где-то твою мать ошивался 30 лет. Полковник Курц. Целлериевые черви атакуют электросеть. Электростанции, водоканалы. По всем штатам. Ой, нет, по всему миру. Дайте президента. Спокойно, задрот, я справлюсь. Дэвид Мейсон, сержанту Вудсу. Еще один Мейсон? О, господи, оцепить здание. Привет, парень, заходи. Господи, Фрэнк. Познакомлю кое с кем. Эл, это Дэйв. Дэйв. Как дела? Это твой отец. Отец. Трогайте моего папу! Ни хера не понимаю. Ой, вы прям как бабы. Давайте-ка дальше самостоятельно. Мне нужны сигареты. Шрам еще остался. В тот день я тобой гордился. Я упал. Да. Но потом поднялся. Так вы прославились тем, что спасли мир. У нас очень редко бывают знаменитости, которые сделали что-то стоящее. А вы не хотите создать свое реалити-шоу? Ох, еще бы, Джимми. Ясно. Так, что скажете? Наверное, приятно сегодня быть на вашем месте. Ага. И очень хуйно быть на месте Рауля Менендеса. Эй, смотри-ка. А? Твою мать. Я же всю неделю тренировался. В чем дело? Сержант, у меня боязнь сцены. Как будто что-то находит. Меня наизнанку выворачивает. Мы же это обсуждали, правда? Пора уже забыть об этом драном Кордис Ди. Ну уже, дыши, дыши. Менендес, какого хрена ты вытворяешь? Я же тренировался. Столько времени. Эй, наши поклонники ждут убойного шоу. Не облажайся. Та-та-та-вен, сеньор. Синистер. Эй, старичок, готов зажигать? Зажгу, мало не покажется. Какого хрена? Поехали, парни. Я просто ленивый. Та-вен, сеньор. Синистер. Та-вен. Ну как? Давай, Менендес. Та-вен, сеньор. Синистер. Та-вен. Ладно, я долго тренировался. Ладно. Менендес! Ладно, ладно, хорошо.
Ха-ха-ха!